Кто там будет смотреть, кто подписан подписчикам, комментируйте. В общем, все комментируйте. Приехали, попросили нас посмотреть такой вот 82-й, недалеко от нас, то есть хотят приобрести. Выставлен он на Авито, на продажу 350. Сейчас будем смотреть, что, какие плюсы в нем, какие вниз минусы. Заводить пока не будем, то есть внешне осмотрим, то есть что нравится, не нравится, стоит ли его вообще заводить. И этот трактор, ну, весь перебирали, делали, видно, то есть крашеный, мазанный, а на продажу его мазали или просто делали, фиг поймешь. Ну ладно, сейчас. Колеса уже сразу мне не нравятся, то есть он какой-то то ли был коммунальный, то ли возле дома кто-то себе из-за экономии такую резину поставил. Угу. Ну, уже смысл от ней, от такой резины на 82-м. Так, ну да, асфальт. Кардан. Хвостовик на передке. Стаканы. Старого образца, то есть со стаканами. Да, пятишпилечный. Да. То есть ничего тут к этот. Карданы крутили, то есть, а чё крутили, фиг знает, ну, вроде так все. Опять лонжероны, тоже не пойми как крученные, вот это вот, да, не допускается, как бы допускается, но это уже колхозин, как бы, такой, серьезные места, а вот так вот закручено, люфт в этом есть. Да, крестовина это фигня, а порось, вот самом поросенок, видишь, люфт в подшипнике. Потому что у ее, вон она с этими, прокладки самодельные, что-то тоже как колхозинг ставили, неужели не купить прокладку? Так она еще приварена, тяга, посмотри, вон, включение, выключение, или, а, приварена она просто, да? Эти болты, то есть тоже важно, но закрученные вроде на глушняк. Генератор старенький, насос NSH-10. Радиатор с диффузором, но уже обрезанный диффузор. Обрезали диффузор вот так, для того, чтобы проще было вставлять, не сверх, потому что пока не снимешь вентилятор, он не ставится. Глушитель заводской, нормально, не лопнутый. Ничего, все поставлено как положено. Мне кажется, он его недавно купил. Ну, покупал, видать, для продажи делали этот трактор. Или. А сейчас что-то продает он, нет. Вилка включения NSH-32 тоже привязана, но как бы, видать, выбивает. Но это нормально. То есть и у нас на некоторых выбивало, пока мы не это не переделали. Резина в алтаре стоит новая. Диски новые. Диски. Новые изнутри. Тут просто они снаружи покрасили. Угу, сейчас посмотрим. Что-то вроде ступицы, что-то, блядь, отрегулировал. То ли поколейность ширше расставлена. Ступица, да, что-то в это вынесено на улицу. Не метр 40, а метр 60. Диски новые, и один, и второй. Чулки, да, все деланы, прокладки. Может, его к продаже готов. Шильды. Непонятно. Сейчас скажу, какого он года. 82. Чего 82? МТЗ 82. А это третий, 83 или 93? Ну, скорее 93. Кабина уже поваренная во многих местах, но это естественно, то есть не плюс, это не минус, малая кабина уже как бы отживает свое. ВОМ тоже там интересный какой-то, не, а, это сменный, похоже. Да, необычный, то ли он снимается, то ли хвостовик вот этот меняется, видать, здесь. Включение ВОМа тоже все перебирали, вон новое, ну да, готовили его, видать. Готовим. Замок стоит на него. Аккумулятор. Да, гидроаккумулятор сцепного веса вроде стоит. Здесь и также все. Щуп на коробке тоже есть.
всегда бывает. Да, это уже нового образца крышка, потому что на старых он за... ничего не идет. Блокировки нету. Салон, ну, кто-то под себя так маленько делал. Подножка, конечно, обычная. Блокировки нету, газа ручного нету. Здесь все по-старому. Ну, кабина более-менее живая. Насос, стартер, магнетон тоже 2,7, как и у нас нормальный будет. Подушки что-то подымали. Блок ничего, двигатель ничего не сказать, потому что, ну, вон еще электро стоит. Да. А вот эти трубки, конечно, не нравятся мне, мы всех переделали. Сейчас капот откроем. Ну, он покрашенный, а, с подогревом, то есть он с завода и шел двигатель стартерный. Застежка, капот, есть. О, капот, даже застежки все живые. Ну, это круто, конечно. Есть. Ага. Все растяжки тоже есть, радиаторы. Растяжки, шторка. И шторка стоит даже. Охренеть. Это будет ручка на закрывание. Шторка на... Радиатор закрывать. Да, а блокировки нету. Блокировки. Да. А и помпа этот. Термостат нового образца. Видишь, уже разборный этот идет. Так что я думаю, что это неплохой трактор. Ну, поставить. То, что вы старицы видели. Да. Кое-что для себя доделать нам. Ну, кабину единственное здесь меняли, мне кажется. Не родная она, не это. Потому что двигатель стартерный с подогревом, со стартером все. А вот 240-й движок стартерный. А подогрев тогда что, дополнительно ставили, что ли? Нет. Зачем на пускачке подогрев? Это же факел. Факельная свеча для стартера, подогрев. Как бы здесь вся система, вон в сборе все сделано. Это именно на стартерных и шла. На моем-то тоже же был стартер. Да, то есть вон вся система, она здесь в сборе. Единственное, что ее... восстановить, ну, это тяжеловато, но можно. Электрика-то вроде родная. Кабина, я же тебе говорю, движок, шильды нету, БР. По шильде посмотреть, ну, что тут, ничего тут не увидишь. Блин, на блокировку свечку крутили, не было этого, блин. А, не было трубки, да? Ну, ага. Ну, в общем... ничего такого плохого не могу сказать. Более-менее тракторишка. По цене подвинуться, не подвинуться, это я не знаю. Кто, кому интересно, на Авито он в Тверской области выставлен. Так что смотрите, звоните. Надо, что еще подъеду, сниму, не сниму. То есть, кому будет интересно, пишите там, комментируйте, да. Недалеко от нас, так что можем вам что-то. Ну, посмотрим, что наш скажет. А так... кто быстрее, того и трактор. Ну, вроде бы все посмотрели. А, задние стопаки даже есть. Номера не вижу, но вроде писал он с документами. Ну все, ладно, комментируйте, пишите.